Всем привет! Меня зовут Надежда, я специалист по экологическому туризму, заповедник Полестовский. И на этой неделе я и мои коллеги будем рассказывать вам про экологические тропы заповедника. Сегодня я познакомлю вас с экологической тропой Плавницкое болото. Мы находимся на первой точке тропы, и здесь можно посмотреть на ее схему. Маршрут у нас кольцевой. Мы с вами пройдем 4,5 километра, пройдем по охранной зоне и заповедника, и по территории заповедника. Главная цель тропы – познакомить с Полестово-Лавацкой болотной системой, ну, по крайней мере, с ее частью. Существует 3 типа болот, и здесь у вас есть возможность посмотреть на них не только на стенде, но и вживую, и научиться различать. Животные очень осторожны и редко можно их встретить, но всегда можно увидеть следы их жизнедеятельности. Например, вот эту шишку ела белка. На середине маршрута есть 9-метровая вышка, и с нее можно посмотреть бескрайние просторы болот. Перед нами Полестово-Лавацкая болотная система. Это одно из самых крупных верховых болот Европы.